Всем привет, вы на канале Crypto Commons, и в сегодняшнем обзоре мы рассмотрим криптовалютную деривативную биржу Dudex, и также ее специальное бессрочное предложение. Нулевые комиссии в торговле парой Chainlink USDT, то есть абсолютно нулевые комиссии, это не шутка. Спросите, как так? На чем же биржа зарабатывает? Чем она такая уникальная? Зарабатывает она на спреде, на ликвидациях, как обычно, но в отличие от других конкурентов дает вам возможность торговать абсолютно без комиссии, даже рыночными ордерами. Вот, также на бирже есть вступительные бонусы, реферальная система, то есть вы можете приглашать друзей и получать за это бонусы. И также бонусы за депозиты. Вот бонус за регистрацию, $10 за ретвит. И депозитные бонусы, вот здесь написано, что до $60, но в нашем случае только по нашей ссылке из описания вы можете получить депозит бонусы до $300 на свой счет. Биржа новая, только набирает обороты, очень хорошая клиентская поддержка, все остальное. Ну поехали. Итак, как же вам зарегистрироваться на этой прекрасной бирже? Вы прокручиваете вниз под это видео закрепленный комментарий и нажимаете вот на эту ссылку. Нулевые комиссии на торговлю LINK на бирже Dudex. Нажимаете на эту ссылку и попадаете на страницу регистрации. Регистрация занимает 15 секунд, не требует никаких верификаций личности, никакого KYC. Вы можете зарегистрироваться как по имейлу, так и по телефону. Придумываете пароль, нажимаете «Согласен» и «Окей». Все, вот вы попадаете на интерфейс биржи. Они только недавно допилили новый дизайн. Здесь все очень удобно. Сейчас мы до этого дойдем, я все вам покажу. Вот здесь в правом верхнем углу вы можете нажать вот здесь и попасть в свой кошелек, в свои активы. Вот мы заходим сюда и видим, что у нас тут $1006 с вами в USDT. И чтобы сделать депозит, вот вы нажимаете здесь депозит и выбираете делать депозит в USDT, ERC-20 на эфире, или же сделать депозит в биткоине. И на депозит в USDT вы получаете вот такие депозитные бонусы, они сейчас на экране у вас появятся. Но если вы хотите внести депозит в биткоине, то вы получите вот такие вот бонусы. И, соответственно, вы можете торговать этими бонусными средствами, не трогая свой депозит и ничем не рискуя. Всю прибыль можно выводить. Вот, и еще одна очень приятная особенность, то что Dudex не берет процент за вывод средств с биржи. Вот, они пишут, что Dudex не удерживает комиссию за вывод, только майнеры удерживают, и вот это число, оно всегда минимальное, оно меняется, зависит от сложности майнинга. И сейчас вот мы видим, что в USDT они удерживают 2 USDT, но бывает, чаще всего они берут всего 0,5 USDT вообще за вывод. И по биткоину они берут всего 10 тысяч сатоши обычно за вывод средств, что очень круто для тех, кто часто выводит и скальпит. Но вот сейчас, правда, они показывают нам 50 тысяч сатоши, возможно, это потому что забита сеть битка. Мемпул битка забит. Так что вот такая вот тема. Выводы производят 3 раза в сутки, как на Bybit. Вот, ну что же это такая за биржа Dudex? Dudex, вот мы видим Fair Trading, то есть честная торговля. Вот вы можете сами почитать в описании здесь про их команду, про их миссию. Так что углубляться не буду. Базируется биржа в Белизе, государство в Центральной Америке, недалеко от Ямайки, которая граничит с Мексикой и с Гватемалой. В общем, в Карибском море где-то. И вот команда этой биржи, веселые ребята. И вот у нас на бирже представлены инверсные и USDT контракты. То есть, если вы хотите торговать здесь эфиром и линком, то вам нужен депозит в USDT. Функции обмена пока что у биржи нету, как на Bybit. Поэтому лучше сразу заливайте в USDT. Тем не менее, биржа новая, активно развивается, все допиливают. Обещают скоро много DeFi монет и других монет сюда залистить. Вот сделали недавно интерфейс, что все драг-н-дропается, перетаскивается очень удобно. Любое окошечко, даже вот это вот окошечко справа, где мы размещаем заявки с вами, оно тоже куда угодно перетаскивается, что очень удобно, потому что не на всех биржах так, насколько вы знаете. На некоторых, например, оно только справа, и все, и ты не можешь поменять. Вот у нас тут график с вами, можем выбирать любые свечи. График TradingView, как обычно, можно выбрать любые свечи. Хайканаши или... или бейслайн, как вам больше нравится. Перетащить стакан в любую сторону. И вот это окошечко с позициями. Я люблю, чтобы оно было сверху, чтобы мониторить позиции всегда. Ну и тут начинается самая интересная часть. Торговля биткоином и эфиром происходит на бирже с регулярными комиссиями. И уникальная особенность биржи в том, что в торговле Chainlink USDT они предоставляют абсолютно нулевые комиссии. То есть как лимитные, так и рыночные, как мейкер,
так и тейкер фи. И это действительно правда, ребята. Это то, что я хочу вам показать в этом обзоре. Это то, что сэкономило мне кучу средств уже. Если вы задавались вопросом как раз, зачем мне выводить часть средств с Binance или там с BitMEX или откуда, где вы там торгуете. Да вот зачем. Я как раз в этих своих обзорах объясняю подробно, в чем фишка каждой биржи. И вот фишка Dudex в том, что вы на ней хотя бы чейнлинком должны торговать, потому что реально вы будете платить ноль за это. Еще и фандинг будете получать, если он будет в вашу сторону. Но помните, ребят, что торговля, особенно маржинальная торговля и торговля с плечом, влечет за собой дополнительные риски, так же как высокую прибыль, но также большие потери. Я думаю, что на это и рассчитывали ребята из Dudex, когда предлагали такие супер льготные условия. Поэтому всегда менеджерите свой риск. И здесь, кстати говоря, есть очень хороший риск-менеджер на бирже, но он работает только в изолированном плече, то есть в кросс-плече он не работает. И вот у нас очень важный момент с вами, это размер контракта. Как мы видим здесь, размер контракта составляет 0.1 линк, что означает, что 10 контрактов равняются одному чейн-линку. И это очень важный момент, на самом деле, вам по всем биржам, где бы вы ни торговали. Обязательно смотрите размеры контрактов, потому что когда вы торгуете в инверс марже, то есть в обеспечении самой криптой, чаще всего размер контракта это $1. Вот, как мы видим здесь в BTC USD, где мы держим биткоин на счету, у нас контракт $1. И все понятно, 1000 контрактов, $1000. Но когда вы торгуете маржу в USDT, обеспеченную USDT, то у вас размеры контракта все время разные на всех биржах, и они не в долларах. Например, смотрите, тут уже размер контракта будет 10 тысяч сатоши, а не $1, что равняется по текущему курсу уже почти $2, понимаете? И по тому же эфиру, если мы посмотрим, то тут размер контракта 0.01 эфира, а не $1, чтобы вы понимали. 0.01 эфира сейчас уже почти $5, чтобы вы понимали, поэтому аккуратно с этим. И вот мы с вами увидели, что у чейнлинка размер контракта 0.1 линк, то есть, допустим, 1000 контрактов это будет 100 чейнлинков. И вот мы с вами смотрим, вводим 1000 контрактов, видим, что это будет размер позиции на $1391 примерно. Цена контракта $13.90, это потому что мы в кросс-плече. Вот в этом окошечке мы можем выбирать кредитное плечо, то есть тот объем, которым нам торговать. Да? Если у нас стоит 1x, мы по сути торгуем без плеч. Ну, точнее, мы можем взять столько же, сколько у нас есть. Либо продать, либо купить. Но поскольку у нас здесь баланс в USDT, значит, мы можем купить настолько, сколько у нас есть. И это будет лонг 1x. То есть, вот, у нас есть с вами $1000, мы можем купить 700 контрактов на $973 примерно. Не рискуя ничем, то есть, без цены ликвидации. А если мы возьмем второе плечо, допустим, то мы можем купить уже 1400 контрактов на $2000 практически. Ну и цена ликвидации у нас, соответственно, появится. Если мы возьмем пятое плечо, мы можем купить 3000 контрактов на $4000 с чем-то. Но цена ликвидации будет ближе. А если мы возьмем с вами 50-е плечо, то мы можем купить на $41000 $30000 контрактов. Но цена в таком случае, если мы сейчас зайдем по рынку, цена ликвидации, как вы понимаете, я надеюсь, будет очень-очень близко. Вот мы зайдем по 13.89, а цена ликвидации будет 13.46, то есть на 3% ниже всего. Это потому, что все наши средства будут использованы для покрытия убытков по этой марже. Но также, оставаясь в 50-м плече, вы можете взять 1000 контрактов, и у вас цена ликвидации останется там же, очень близко, но рисковать вы будете не всем своим депозитом, а только вот $27, малой частью депозита. Но если вы хотите, чтобы у вас не было цены ликвидации или чтобы она была гораздо дальше, вы выбираете кросс-плечо, но когда вы торгуете в кросс-плече, вы рискуете всеми своими средствами. То есть у вас ликвидация будет далеко, но до нее может дойти, и тогда все ваши средства просто сгорят на этом счету. Вот такое вот введение в кросс для тех, кто не знает. И если вы об этом не знали, лучше реально еще 10 раз подумайте перед тем, как торговать на бирже, тем более с плечом. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, на все отвечу обязательно. И да, кстати, если вам нравится такой контент, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Это очень помогает алгоритмам YouTube. Спасибо, ребята. Вот, ну а мы с вами что, смотрим точку входа для трейда, смотрим на Chainlink в макроперспективе, видим, что да, у него, конечно, уже был очень параболический рост с $1 до 20 практически в этом году. Ну и вот мы видим по крайним точкам, что он показывает повышающиеся минимумы, повышающиеся максимумы. И вот сейчас у нас от $20 он скорректировался до 7,2 и пошел наверх. Поэтому мы выжидаем, находим точку.
И начинаем набирать позицию лимитными заявками. По поводу заявок. Лимитные, рыночные. Я надеюсь, вы все это знаете, но если нет, вкратце скажу. Лучше всегда пользоваться лимитными заявками, потому что в них не включены комиссии, и иногда вы даже получаете часть комиссии назад. Лимитная заявка – это когда вы поставляете ликвидность в стакан. То есть, это заявка не по текущей рыночной цене, а по какой-то отложенной цене. Ну вот, допустим, мы с вами ставим несколько лимитных заявок ниже, чем сейчас находится цена. И можем их вот так перетаскивать на графики. Очень удобно мышкой. И такие заявки всегда предпочтительнее использовать, потому что вы за них либо платите меньшую комиссию, либо вообще не платите комиссию и получаете market rebate, то есть надбавку. Потому что рыночные заявки, вот рыночная заявка, мы входим не по какой-то выбранной с нами цене, а сразу по рыночной цене, по лучшей цене из стакана. Но поскольку в этой паре у них нулевые комиссии, то здесь этот, в принципе, разница между лимитными и рыночными практически не ощущается. И вот это я вам хочу показать. Смотрите, вот мы... Но все равно лучше выходить лимитниками. Вот мы выставляем лимитники на выход, на продажу. И вот мы можем их вот так перетаскивать, если передумали. Или отменить их вот так, нажав на крестик. Или во вкладке «Активные ордера». Можем здесь выставить стоп-лосс, тейк-профит. Вот в этом отделе. Вот, мы можем вот так вот... передвигать наши стоп-лосс и тейк-профит, если передумали, или отменить их вот так, нажав на крестик, или во вкладке «Активные ордера». Вот у нас набрана с вами позиция на 1000 линков. Вот ее колбасит туда-сюда. И вот мы открываемся лимитными заявками, но прямо рядом с рынком. Вот у нас позиция набирается 100 контрактов, цены ликвидации пока нет. 200 контрактов, 300 контрактов, цены ликвидации все еще нет. Потому что размер позиции меньше, чем наш депозит. Размер позиции, вот 30 линков, всего $416 при депозите в 1000. И вот мы увеличиваем до 500 контрактов. Размер позиции $694, ликвидации, цены ликвидации все еще нет. То есть мы без плеча торгуем. И вот мы по рынку вкидываем еще 500 контрактов, чтобы вам показать. И вот у нас 1000 контрактов, позиция уже на $1389, то есть больше, чем у нас есть. Это уже второе плечо. И вот цена ликвидации появляется, $3.72. Вот наш нереализованный PNL. Здесь мы можем поставить стоп-лосс и тейк-профит, выставить как-нибудь их в соотношении 1 к 5 или 1 к 3, как нам больше нравится, подтвердить. И дальше можем их перетаскивать на графике вот таким вот образом. Вниз-вверх, как нам больше нравится. И крестиком отменяем, если передумали. Ну и вот у нас позиция болтается. Добавляю еще 1000 контрактов, чтобы повеселее вам показать. Ну и вот у нас висит позиция в лонг. Цена ликвидации стала уже 8.77. Позиция уже почти на $3000, то есть почти третье плечо мы взяли. И тут наступает самая интересная тема. Сейчас мы рассмотрим приложение биржи. Вы заходите в свое мобильное приложение Dudex. И видите здесь все то же самое. Вот мы здесь можем видеть график, на котором мы торгуем. Вот наша позиция, наш ROI. Вот наши все заявки здесь. Вот наш кошелек, где мы видим наши средства и нереализованный PNL также. И вот мы добиваем нашу позицию по рыночному до 2000. И видим, что вон она появилась на графике, видите? Мы также здесь можем перетащить нашу заявку, и в приложении, соответственно, она тоже быстро изменится. Так что это очень удобный еще один привод для биржи. Вот, допустим, мы можем вот так серию заявок расставить по 100 контрактов, продать выше и выше лесенкой. И, собственно, ждать. Ну а дальше дело техники, ребят. Дальше я плавно разгружаю позицию и забираю профит из первого скальпа. Вот, также открываюсь ведрами здесь. Если цена идет чуть против меня, я ведра смещаю, как вы видите, из убыстренной перемотки. И постепенно, плавно догружаюсь. Вот, видите, цена пошла вниз, плавно догружает наши лимитки, увеличивает позицию. И когда цена идет наверх, мы плавно разгружаемся лимитками также. И из нашего нереализованного PNL переходит в реализованный PNL наша прибыль. Вот, и таким вот образом мы торгуем на этой замечательной платформе. Но поскольку это демонстрационный обзор, я решаю закрыть сделку по маркету. И в обычном случае мы платим за это большие комиссии, но тут нет, вот мы можем посмотреть с вами из таблицы в конце.
Вот у нас уже с вами с этой сделки реализованный PNL составил $19.5 и нереализованный в районе $11-12. Нажимаем подтвердить, закрываемся по рыночному ордеру. И вот мы видим с вами, что баланс наш стал $1050, $1049. И вот из последнего PNL мы можем с вами видеть, что у нас фандинг, мы заплатили всего $0.13 и $0.19, два фандинга. И при этом профита наколбасили вот с вами аккуратным таким скальпом в небольших плечах $43. Вот, как-то так это работает. Я просто вам для сравнения хочу сказать, что на Binance или на том же Bybit или Femix вы бы по маркету отдали бы из этих $43, ну минимум 20 за комиссии, а то и все 30. Если не все 40, знаете, когда по маркету нужно срочно выйти, вы теряете вдвойне. Поэтому еще раз говорю, ссылка на биржу в описании, дополнительный депозит бонусы, очень классная биржа для диверса, отсутствие комиссии за выводы, ну то есть очень низкие комиссии майнерам, нулевые комиссии в торговле парой Chainlink USDT, то есть абсолютно нулевые комиссии, это не шутка. И вот, пока только три торговые пары, Chainlink, Эфир и Биткоин, но скоро обещают гораздо больше торговых пар. Так что обязательно зарегистрируйтесь на этой бирже, это занимает всего 15 секунд. Никаких ограничительных зон, даже если вы из Крыма, из Белоруссии, у них нет вообще ограниченных территорий, насколько я понял. Ограниченных зон и территорий. Так что можете смело регистрироваться и начинать торговать на этой замечательной бирже Dudex. Всем спасибо, что смотрели. Если вам нравится такой контент, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем профитных сделок, используйте риск-менеджмент, стоп-лоссы, и будет вам профит. Peace out.